Всем привет, и наконец мы добрались лапки выложить нормальное, более-менее адекватное прохождение 4 и 5 этапа пустынного дракона. И на 4 этапе нас встречает Абдулла, которого нужно убить за 8 минут. Ну, конечно же, 8 минут мы там охренеем его убить, тем более БМ сейчас очень сильно подрос. Самое оптимальное раскастоваться в Скорпиона, когда он хреначит яд, потому что тогда он атакует только перед собой, и, соответственно, можно ему в жопу на... втыкать скиллов. Очень неприятный босс для милишников, очень, потому что постоянно он крутится, что-то мутит, постоянно у него идет ближний урон. Самый оптимальный, прям, наверное, за лучника его хреначить или за дарка. За сина, конечно, мне тяжеловато его проходилось, и вот сейчас видите, как вышел с полевого шторма, но на самом деле это просто удачно получилось. Как бы не всем получается выходить из него, и на самом деле это очень непросто поймать этот момент, на самом начале через него выскочить. Когда он говорит, что пришло время открыть карту, он будет выбирать одну цель, которая будет атаковать из-под земли. Вот на самом деле маленький орел наносит урона меньше, чем большой, поэтому нужно обязательно отходить и прожимать уклонение на втором. По ядовитому туману тут нужно убивать грибы, то есть убиваете один гриб, получаете резист. Потом подбегаете ко второму, к третьему, начинаете набивать себе резист. То есть желательно каждые 2 секунды убивать по грибу, чтобы прорезистить яд. Это очень важно. И, пожалуйста, не раскастовывайте скиллы в грибы. Грибы должно хватить на всех. Ладно, у нас тут было 5 человек. Как бы, если было бы 6, могло всем грибов и не хватить. Как видите, вот постоянно мили атаки идут от скорпиона. Вообще неприятные. Тут я уж не стал тратить яблочки на зачисточку, потому что 2 остались, тем более остались у нас как раз Дарк и Хантер. Прям, конечно, есть у меня желание уйти за Дарка, чтобы прям дамажить как боженька, но я пока подожду Сильвер Хантера, тем более свиток изменения класса у меня есть. Жду. Продолжаем хреначить. И, кстати, да, на добивалке уже можно, по сути, вот захреначить, когда он под землей. Он, кстати, тоже получает урон, даже когда он говорит, что выпустит ядовитый туман, можно не дожидаться, а просто его захреначить. Поначалу, да, конечно, Скорпион был вообще тяжелый. По-моему, даже вот следующий босс на первых прохождениях проще, чем Скорпион. Хотя это, возможно, это просто... из-за того, что я играю за Сина все-таки больше в мили атаку. Соответственно, очень часто приходится уклоняться от мили урона боссов. А следующий нас встретит. Ну, вообще, его зовут Кагиф, но вам он известен как старый добрый голем Хукнас. Просто немножечко видоизмененный. На старте боя будут такие ореольчики под игроком попадаться. Их желательно сразу просейвить, не попасть под урон. Дальше уже идет обычная раскастовка. Основные атакующие способности у него — это пылевой шторм и огненный шторм. Когда появляется пылевой шторм, нужно вставать вот в такие рунки, в которые я, как удачно оказался, сразу встал. Но это на самом деле было на шару. А когда огненный шторм, нужно отбегать к проходу сзади, где шипы, но далеко не забегать, на шипы не забегать. То есть на краешке стоять, чтобы вас и огненный шторм не захерачил. И не захерачил. Не захерачили шипы. Также он начинает постепенно выпускать по вихрю. То есть сначала по окружности начинает гулять один вихрь, потом второй, потом третий. И на второй, когда у него остается две полоски, он вот уже пошел первый вихрь. Очень неприятно, от него тоже нужно успевать уклоняться и дамажить. И когда у него остается там 2 полоски, он призывает могилу, начинает жертвоприношение. Тут что нужно? Тут нужно, уворачиваясь от ураганчиков, захреначить данные могилки. И тем самым прервав ему каст. Надо что, зарядки что ли делать теперь? Что выгорали сразу слова. В будущем, конечно, наконец-то, наверное, скоро выложу прохождение самого песчаного дракона, пока он что-то вообще там жесткий, там прям яблочки улетают как с конвейера. Тут я уже резаться не стал, потому что 5 яблок все-таки дороговато, тем более у нас
живы трое игроков, а это эвтаназия за дарк и два лука. То есть захреначивают, уходят. Вообще дарком прям классно играть в ПВЕ, потому что, во-первых, можно наносить хороший урон со средней и дальней дистанции, несмотря на то, что он воин. То есть урон он вкатывает неплохой, не подходя к сопернику, что очень, кстати, хорошо. Ну и урон у него, конечно, очень хороший. Постепенно-постепенно добивается, при том он у нас дарк эвтаназия даже не проседает. То есть бегает издалека и периодически раскастовывает, при этом нанося максимальный дамаг в группе. И проходим мы голема Кагива. В общем, всем спасибули за просмотр. Жмите на пальчонки, жмите на колокола. Ждите выхода новых видео. Постараюсь постоянно выпускать. Тем более у нас сейчас произошло объединение сервера. То есть будет что-то очень новое, очень что-то клевое, какие-то клевые войны, битвы мастеров. Постараюсь все выложить, чтобы вам было клево, классно, охренительно. А всем спасибо за просмотр, до встречи!